на дороге шли, ехали, заметили рассыпанную пшеницу, ничья. Ну и вот беру голубям, потом можно проверить. Думаю, не первый раз в разных местах это видимо. Ну она прямо на дороге-то, это же пропащее все. Видишь, как экономно. Там вот вверху, посмотрите, там где-то, я заметил, вон вверху, вон ту, вон, да-да-да, сшиби ее сюда вниз. Мы сейчас поедем, там еще будет у нас. Это вот Николай Георгиевич Кузьмин, а это Владимир Александрович Пащенко с лопатой. Вот так. Вон, смотри, сколько тут. Однако, за одну душку-то не брать, она оторвется. Голодная эта года, сейчас бы промыл ее и еще такие бы пирожки состряпал. Да, отлично. Брат у меня Самуил старший, он делал эту рушалку. Старые чугуны разбивал и забивал их в отпиленные, которые верхние жорна. Но он не мукой делал, а дробил ее только. Вот сколько добра. Тут, главное, ни поворота нет, ничего. Почему его так колебнуло? Ты эту возьми поближе. Ты мимо будешь сыпать. Во. Это мне голубям все. Сейчас... Ветерок дунет только, сразу правее. Видишь, сколько всего тут мусора. Помоги ему. Вот так делают православные. Не надо ничего нигде воровать. Где-то что-то брошенное поднял. Леша Решкунов был, едет на свалку, сюда заглядывает. Холодильник. Там бывает еще что-то. Он все отремонтирует и бабушкам подарит. Все, поехали.